В прошлом году здесь только было бунгало, сейчас ничего нету. Здесь мы на море ходим со Шкивом. Сюда тоже приходим. Все закрыты кафе. Район Соли, море, пляж. Всем привет! Смею ездить, друзья мои. Поставить цветочки. Путешественница. Решили выпить кофейку. Ну как у нас проходит праздник? На отношениями в семье нужно работать. До встречи. Какие высокие дома здесь. Красивости, да не так ли? Весь зелени. Здесь ремонт делают дорог. Видите? 6 домов раз, 2, 4, 5, 6. Зона для отдыха. Игровая зона. Видите, как? Ремонтные работы идут здесь, проводят. Я вам показала. Сегодня вот такой красивый район Соли. Набережную Соли. Мы далеко не будем идти, потому что нужно возвращаться. У меня вебинар, мы не успеем к 6 вернуться. И ветер холодный, несмотря на то, что солнышко. Неприятно дует. Мы идем против ветра. Поэтому так ощущается. Здесь следующие ситы. Тоже покажу вам. Вот в этом сите сколько домов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть тоже. Видите? Ну, старые, конечно, это дома, не новостройки. Вот. Бассейн там. Зона отдыха. Вообще. Все это принадлежит. Этот парк, а вот эти сиды вокруг. Вилла находится прямо в 50 метрах от моря. Вот район Соли возле моря. Возвращаемся. Какое красивое небо! Какое красивое море! Вот эти виллы прямо возле моря. Сейчас проходим. Смотрим, что и молодежь пиво пьет, водку пьет. Красота. Bu temellerin hepsinden su çıkmıştır yani su. Deniz suyu çıkmıştır. Все пьют. Там сидят водку пьют. Ну, сюда нельзя пройти, потому что только для жителей этого сити. Видите, как грязно здесь, потому что все пьют. И никто не убирает. Пистелик чок дюру. Пистелик урода дюру. Пистелик дюру. Машина здесь проехала, смотри. Сейчас у меня песок весь внутрь попадет. Морюшка, море! Море, море! Это шоу моря. Такое морское.
красивое море. Соленое море. Вот куда мы пришли. Вот тут мезитли. Мезитли буквы, я люблю мезитли. I love you, мезитли. Nasıl kaldırılır var? Kaldırmışlar bir şey. Новые буквы, я люблю мезитли. Сейчас я здесь нафоткаюсь. Нагулялись мы с Сашкой, мама души, еле пришли домой. А сейчас я занимаюсь готовкой ужина. А что я приготовила, я вам сейчас покажу. Вот такая у меня чорба из суп из красной чечевицы. Ну, а здесь у меня менемен. Это еда холостяков. Мой Ашкым, кстати, умеет ее приготовить. Здесь в состав входит зеленый, красный, болгарский сладкий перец. Без лука. Нет, лук есть. Чуть-чуть я сделала лук. Также помидоры без кожуры. Но все приготовлено на сливочном масле. Такой большой кусок положила сливочного масла. И что еще? И 3 огромных яйца. Вот такая вот у нас сегодня еда. Приятного нам аппетита. Также цветная капуста и брокколи. Ой, проголодались, идем кушать. И вам приятного аппетита, мои дорогие. Так, смотрите, какой красивый менемен получился. Приятного нам аппетита. Всем привет, друзья мои. Решила с вами поздороваться. Уже время, 3 часа, я созрела для вас. Погода замечательная, мне кажется, я чувствую весна. Столько позитивного настроения, но огорчает то, что в некоторых районах Турции увеличилась заболеваемость ковида. Несмотря на вакцинацию, все равно мы не возвращаемся к нашей привычной жизни. Но я думаю, что все будет хорошо. У меня, как всегда, позитивное настроение. Попрыгала, побегала. И сейчас я сижу и с вами общаюсь, мои дорогие друзья. Спасибо вам за ваши лайки, за ваши подписки, за вашу активность на моем канале. Ну, а я буду продолжать удивлять вас, радовать вас. И только позитив на моем канале вы увидите. Я заряжаю вас позитивной энергией, не так ли? Ну, а такой завтрак я приготовила сегодня. Пойдем завтракать с мужем. Приятного аппетита нам! Вид из окна. В парке гуляют. Так тихо сегодня. Весной пахнет, друзья мои. Даже машин мало ездит. Раньше, субботу, воскресенье, все были на пикниках. Вообще в городе никого не было. Все куда-то выезжали. А сейчас вы видели видео мое, как все проводят время в пятницу. Отрываются.
Деревья такие красивые, да?